Доброе время суток. С вами Виктор Дулин. 10 июня 2015 года. Среда. И вот я с утра уже 7 раз по вот этой, даже 8 раз по этой 5-метровой лестнице. Вот с этими 20-килограммовыми ведрами с камнями сложил сюда вот на второй этаж. Вернее, на третий этаж нашего экологически чистого дома. И притащил сюда 7 ведер, как видим, еще мокрых камней. Выгрузил их. Ну и, как видим, у нас тут запасы готовы. Уже заложена часть камней на опалубку. Заложена арматура в форме вот этих листов для взлетно-посадочных полос аэродромных, которые мне достались от авиации. Ну и, в общем-то, песок, камни подняты. Осталось закупить цемент и начать здесь заливку. В принципе, у меня на эту часть 2,5 метра. Ширина и длина 4 метра. На эту часть у меня уже все заготовлено. И останется залить только вот ту половину, где утеплитель лежит. Тоже такая же. Площадь 4 метра на 2,5. Здесь 3,5 на 8 метров. Уже все залито. Вот эти все бутылки тоже идут в бетон. Пластмассовые, сначала в первую очередь я стеклянные бутылки пускаю, все какие у меня есть. После этого вот в мешках у меня пластмассовые бутылки. Ну, а дальше пойдет утепление, закрытие гипрокартоном. Ну и дальнейшие дела здесь уже будут делаться по усовершенствованию, покраски и так далее и тому подобное. Вот такая вот с утра у меня физкультура. Здоровья вам, благополучия и физкультуры вот такой созидательной, а не фитнес-зала. Вот у меня мой фитнес-зал такого типа.